Всем привет, друзья! Вы на канале Logi Play, с вами LolGravity, и мы продолжаем прохождение Slender Arrival. В прошлый раз мы остановились возле этого телека и... Боже мой, что это было? Надеюсь, это просто мои шаги. Ух, да, это просто шаги. Так, у нас на очереди следующая видеокассета. Это девушка? Это, походу, та девушка... Наверное, окно стоит закрыть. Потому что, как мы помним из прохождения первой части... О, так это же ведь тот самый дом. Да, и это та самая комната, разрисованная. Я думаю, стоит закрыть все окна. А что, не закрывается? Надо закрыть. Ясно, понятно, ладно. То есть мы играли Чарли, а это... Забыл, как ее зовут. А, это они уже закрыты. Да, это вот у нее началась какая-то шиза. Она начала рисовать кучу картинок. Ух, что-то атмосфера жути накаляется. То есть нам нужно везде в доме закрыть окна. Мне непонятно, это они уже закрыты или нет? Надеюсь, что да. Так. Ясно. Что-то тут все совсем напряжно. И нам нужно найти какие-то... А что мы вообще здесь нужно делать? Закрыть все окна? Или нет? То есть это радио само собой включилось. Черт, что-то не совсем страшно. Ой-ой-ой. И как я понимаю, из-за грозы вырубило электричество. Радио, по-моему, было в ванной. Так, хорошо. Мне ж показалось, да? Или не показалось? Блин, я вообще ни хрена не понимаю. Сука, золото. Капец, там было написано hide in your room, то есть типа поднимитесь в свою комнату. То есть нужно было, я понял, нужно было спуститься, закрыть все окна
к двери и обратно подняться в комнату. Сделать это нужно как можно быстрее. Да, там вот написано было, там что-то close. Короче, закрыть все окна и двери. Блин. Да блин, ничего не видно ни хрена. Так, тут окно закрыто. Закрыть. Так. В ванной тут у нас вроде все. Ух, капец. Я не то чтобы боюсь грозы, но, блин, сейчас добавляет жути. Закрываем. Так, это тоже нужно закрыть. И это закрыть. Как ты... Недружелюбно эта дверь открылась. Сука. А? Да закройся ты, блин. Сука, это он! Вали, 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 бежи, беги! Черт, я потерялся. Я смогу. Вот второй этаж. Поднимаемся направо. Идем до конца коридора. Сука. Фу, блядь. Ох, это было реально страшно. Еще один маленький жуткий флешбэк. Так, обстановка поменялась. Ладно, нужно идти дальше. Идти через лес к радиовышке, чтобы спастись от Слендера. А где дорожка? Это она? Да, похоже на тропинку вверх. Думаю, что нам нужно идти куда-то именно сюда. Ну да, похоже на то. Ух, капец. О, она совсем недалеко. Хорошо. А, то есть просто так подняться не получится. А как... А как идти тогда? Если тут нигде нельзя, где тогда можно? Да нет, вроде правильно мы шли. Блин, глупая игра не дает мне подняться к вышке. Как быть-то? О! Historic Coolment. Все равно не понял, что это. Возможно, нам куда-то вот сюда.
Но это не точно. Хотя выбирать не приходится. Да. Надеюсь, вы прочитали, сами перевели. Блин, ну нам же надо к вышке. Зачем мы идем куда-то в дно? Сюда нам точно не надо. Ну вот, тут еще какие-то наскальные рисунки. Жуткие надписи. Да. Прости, прости за все. Это твое убежище. А я его сделал. Ладно, короче, пойдем дальше. Искать что-нибудь интересное. Нам же надо было к вышке, а мы полезли в какую-то шахту. Какие-то пещеры. О! Ой-ой-ой. Лесной пожар. Что-то нехорошо это. И вот эти всякие серые... А вот там вышка. Я понял, это Слендер не хочет, чтобы мы добрались к радиовышке. Не хочет, чтобы мы спаслись. Он хочет нас поймать. Вот падла. Ну ничего. Ой-ой. Кажется, я немножко поджарился. А вот она, радиовышка. И что ты мне теперь скажешь? А? А. Нельзя, да? Блин, камера у нас садится. Дверь закрыта. Табличка какая-то. С которой я все равно не знаю, что делать, но да ладно. Мне кажется, что он сюда ломится. Скорее всего. Похоже на то. Так, и что, нам просто в темноте сидеть? Не, я не согласен. Надо что-то делать. Какой-то ключ найти, не знаю. Да, это по-любому он ломится. Что-то мне это не нравится вообще ни разу. Упс. А, может, он типа выломал дверь? Я вижу ключ. Это ключ, да? Да блин, отойди ты. Правильно. Костер какой-то. А чё фонарик? А, your flashlight is dead. Ну отлично, фонарик сел. Камера садится. Слендер где-то стучится в двери. Если он уже не здесь. О, блин. Чё? Какого... Что? Это кто-то сгоревший?
И что теперь делать-то? А, так это не все? А, фонарик же сдох. Он типа спит. Хотя нет, он смотрит на меня. Почему ничего не делает? Я чё-то вообще не понимаю. А почему он мне ничего не делает? Типа это какой-то дружелюбный чел? Ё-моё. А куда он ушел? Блин, нам же, вот, по сути, всего лишь нужно было дойти до вышки. Это было... Она была так рядом. Какая-то девушка плачет. Нам типа к ней на помощь нужно прийти. Так, а чего? А почему он не проходит сюда? А, вот прошел, все. Так, она где-то здесь. А. Что? Ах ты, сука. Вот тварь, а. Жутковатая концовка, конечно. А, все могло, конечно, закончиться получше, но... Вот такой вот мрачняк. Ну, в принципе, легенды о Слендере, порожденные интернетом, они тоже не особо веселые, и все они очень плохо заканчиваются. Я, честно, до последнего надеялся, что мы спасемся, свяжемся через какую-нибудь рацию со спасательной командой, или что-то типа того, или что мы подадим, ну, там, сигнальную ракету, там, выстрелим, прилетит вертолет, заберет нас, и все станет хорошо. Ну что ж, друзья, на этом мы закончили прохождение Slender Arrival. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за просмотр, друзья. До встречи в следующих прохождениях. Всем пока.